Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем проходить челлендж, который называется «Пол – это лава в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет, и давайте наберем 15 тысяч лайков, если вы хотите увидеть новые челленджи в Майнкрафте. Да, ребята, и также в комментариях вы можете писать, какие челленджи вы бы хотели, чтобы мы еще с Жекой прошли. Эжендос, в общем... Да. Это у нас такая, это у нас карта, да, карта. Карта, это карта. Хорошо, в общем, ребята, какой смысл этой карты, Жека? Здесь, ребята, у нас вся карта будет гореть от лавы, и нам нужно как-то не умереть. Да, кто дольше продержится, тот и у нас будет победителем. Поэтому, Жека... Здесь много модов, много режимов. Мы все моды вам покажем, да. Да. Ну, но в первую очередь, Жека, какую сложность мы имеем с тобой... Нет, давай медиум. Хард. Да хард чересчур, давай хотя бы начнем с медиума, а потом будет хард. Да медиум. Медиум. Я старше, я решаю. Ладно, хорошо. Я выиграл. Так, хорошо. Мод выбираем обычный. Да, давай, да, начнем с обычного и потопали. Давай. И старт. Так. Please user 8 чат. Да, у меня все нормально, Шашадо Приста, Лаунч за гейм, ты тоже Лаунч за гейм. Нажал. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята. А ты где? Не скажу. Как ты там оказался? В смысле? А меня сейчас заспавнили. Охренеть, ну то есть ты уже... Я тут могу стоять, да? Да, то есть ты уже выиграл, можно сказать. Это самое читерное, наверное, место в игре, как я понял. Думаешь, а почему-то, по-моему, здесь как-то лава ко мне как-то быстро доходит. Ну ты посмотри, где я и где ты. Я прям уже возле лавы. Слушай, я что-то даже не хочу отсюда уходить на самом деле. Ну, ты просто, ребят, посмотри, как этому засранцу повезло. Мне тут нравится здесь, на самом деле. Да я понимаю, что тебе там нравится, но как бы там читерное место немного. Ничего? Ну подожди, по-моему, ко мне сейчас... У меня лава под ногами, Эдисон. У тебя дом горит? У меня дом горит! Дом горит? Ну сгорай давай побыстрее! Заколебал! Не-не-не-не, я не хочу сгорать. А ты где, скажи ко мне? А я в сарае. А, я вижу. А, видишь. Ой! Тут уже с другой стороны лава, Жека! Беги! Куда? Ай, Эдисон, стой! Ахуй, уйди от меня! А, ты меня еще и бить можешь, паскуда! Жека, мир! Френдли! Никаких френдли! Френдли! Ты в говно! Давай, падай в лаву! Я не знаю, что... У меня еще отлагает от этой лавы никто твой не папа, так, хорошо. Давай, уходи. Ну смотри, реально, твой дом уже сгорел. Давай, Жека, мы будем как бы... А, друзья, мы сюда не можем? Нет, сам не можем. Нет, да мы тоже не можем. А что делать будем? По-моему, нам хана, Эдисон. Прикольно. А, ну, смотри, твой дом уже как бы сгорел, поэтому ты бы уже сдох, да? Вот, ну да, вот но я-то из него убежал, Эдисон. Я-то из него убежал, а ты нет! Да! Жека, ты паскуда на самом деле. Да? Думаешь? Да. Нет, мне так кажется. Нет, почему-то мне так кажется. Мне кажется, что ты. Жека, давай поближе. Там тепленько возле лавы. Может, ну давай, иди. Давай. Я на другую сторону, Ай-яй-яй, лава очень близко. Твою мать. Жека, пол это лава. Я понял. Все. Я ушел от лавы. Ну блин, так можно стоять, да, но нужно тебя толкнуть отсюда. Никуда меня не надо толкнуть. Да отстань ты от меня! Все, я буду вот тут стоять. Да, спасибо. Да? Ну да. Я тебя вытолкну отсюда, не переживай. Нет, ты паскуда. Да. Ты паскуда! Не. А ты думаешь, если ты будешь тут в углу стоять, то ты выживешь, да? Да, но я тебя-то вытолкну отсюда. И чё? Нафиг. Ну, и ты умрёшь в лаве. Я ухожу! Да. Спасибо. На, уходи отсюда, не пущу! Жека. Ну хорошо, не пускай. Ну вот и стой тут. Я не пущу. Эдисон! Эдисон! Твою мать! Отстань! Не пущу, Жека! Это место может быть только на одного, как на Титанике, понимаешь? Нет, так нельзя! Уйди отсюда, никого я не... Не, Жека. Здесь только одно место. Ааа, нет! Предатель! Ты предатель, Жека. Жека, следующий режим, иди сюда. Подойди. Да не надо никакой хард. Ну давай, Эдисон, сюда норм или это легко слишком, да, хард? Капут легко. Ну давай, апокалипсис, да? Апокалипсис. Зомби-апокалипсис или какой? Нет, мне кажется, не зомби-апокалипсис. Затыкай.
Тыкай! Да я не могу тыкнуть, придурок! Время какое-то должно пройти. Вот, все. Так, и где ты заспал? Это где? Это мы... тут, короче, я вспомнил, тут будут мобы. Эдисон. Мне кажется, нужно быть в пати с тобой. Ты где? Я рипнулся немного. Ты понимаешь, что я заспанился внутри TNT? TNT сразу взорвался, я упал в лаву. Опа, да, Эдисон. Да. Ага. То есть у нас тут будут различные мобы, да? Да. Слушай, я что-то нашел. Гаста. Waiting room. Понятно. В смысле? Понятно, нашел waiting room. Что ты где вообще? У Крипер! Где? Я убил его. Музыка! Какая музыка? У меня музыка какая-то была. Да не стреляй ты в меня, придурок. Угас! Где? Крипер! Нафиг! Жек, у меня тут музыка. Дом, да, у меня такая же фигня, у меня тут полдома разнесли. Да? Моего дома! Убивает в окне! Стреляет Гаст! Где Гаст? Где Гаст? Куда он стреляет? Откуда он стреляет? Это не Гаст, это Эфрит. Нет! Так, да вот, да. Гаст, и... сверху где-то. Невидимый какой... Гаст. Прикольно! Отбивай шарики, отбивай! Сейчас бы невидимо. Жека! Чё это за хрень? Чё у нас с картой творится? Ну взорвалось! Чё у нас с картой творится, Жека? Эдисон, все взрывается, помогите кто-нибудь. Это реально апокалипсис какой-то. Наша эта карта нас не любит, на самом деле, как я понимаю. Блин, что лагает? Эдисон! Где я? Я не понимаю, где я. Спасите меня, пожалуйста. Я всё горит, я в лаве, Эдисон, нет! Спасите! Ты чё, умер? Не бросай меня, нет! Я убью. Жека, я тебя спасу! Давай, Эдисон, я тут, я в этой думе, давай! Подожди, подожди, я приду! Вернись! Извини! Вот, где? Привет! Справа от тебя! Жека, я тебя не брошу! Нет, брошу! Давай. Нет, я пошутил, я тебя... Нет, Жека, я не знаю, тебя бросать или тебя не бросать? Нет, не бросай меня, Эдисон, нет! А у меня... Всё, я отсюда не выйду, Жека! Да? Мне всё, тебе хана. Да, мне хана, Жека, я останусь тут до последнего с тобой, Жека! Жека. Давай, ты на тонущем корабле, короче. Давай. Музыка, это. Эдисон, Жека, тонет. Я не знаю, что делать, я не знаю, что делать. Я пущу, Эдисон, опираю. Жека, не смотри на... Нет! Меня убили, Жека. Айтем мод, Эдисон, айтем мод. Айтем мод. Ну, если это айтем мод, наверное, айтемы собирать надо, да. Ты угадал. Так, ага. Мы ждем, да? Мы ожидаем. Ожидание. Ага, я на карте. А я на крыше. У меня есть штанишки. У меня есть подгузники, Эдисон. Зелье дали. Какое зелье? Awkward potion. Fire resistance на 8 секунд. Сейчас бы fire resistance в пол это лава давай, Джек, это не случайно. На 8 секунд. Джек, ты читер, можно так сказать. А подожди, нам нужно куда-то залезть, мне кажется, нет? Я не знаю. Так, надо, подожди, мне кажется, надо собирать айтемы, которые где-то разбросаны, но я пока не знаю где. Мне кажется, это просто как бы обычная фигня, обычный нормал мод, только нам какие-то плюшки еще дают. Да. И все. А! Жека. Ну, давай там умирай, я пока тут постою, попрыгаю да, по крыше. Ты будешь стоять, да? Угу, я пока попрыгаю по крышам. Так, зелья. В смысле? Я наступил на зелье. Жека, у меня тут проблемка на самом деле. Я наступил на зелье, и зелье взорвалось и подорвало подо мной пол. Да, а ты, да. Ты... Ну я еще покажу. Мне... А где ты? В водке. Поверни в водке, да. А как туда залезть? А вот все. Так. Нет! Пошел отсюда, нет! Да отстаньте от меня! О, удочка, ой, удочка, да, удочка. Зачем она мне? А, это water bucket. Чего это значит water bucket? Water bucket это означает ведро с водой. Да, почему это удочка? Потому что это завуалировали. А, вот она! Я воду разлил, все это буду сидеть. Это читер. Ну, потому что дурак, зачем ты ее из... Ой, тут где-то рычаг Эдисон! Зачем они мне? Да почему я собираю предметы, они взрываются! Может ты добил? Может тебе нельзя собирать предметы. О, какие-то штуки, сноубол. Ага. Я уже понял, зачем тебе эти сноуболы на самом деле. Предатель! Так, Жек, это подожди. Жек, у меня есть предмет. У меня есть предмет. Какой? Держи. Рычаг. Спасибо. Зелья!
Аквард Поушен, Аквард Поушен, Аквард Поушен, Жека, а что мне с этим Аквард Поушеном сделал? Fire Resistance, на сколько? На 8 секунд. Короче, смотри, Эдисон, я нас спасу. Ты нас спасешь, да? Ну, я только не знаю, как это работает. Ну подожди, подожди, что-то мне кажется, конечно, это работать не будет, но надо ждать, Жека, надо ждать. У меня есть Fire Resistance. Что-то выпало так, что это? Держи. И что это такое? Нет, вообще ничего не дал. Водичка, водичка! Водичка! Тут же Мэдисон, тут же Мэдисон! Жека, я не знаю, что делать. Нам хана. Жека, прощай. О! А ну, нажимай. А-а-а-а, я полетел. Так, Жека, разливай воду, разливай. Не, подожди, подожди, еще нет, еще нет. Там зелье, нет, оно улыбнет. Где? Где зелье? Какое зелье? Так, я разливаю воду. Чек ю рассиб... Да отстаньте от меня, придурок. Это ты лох, ты предатель просто, понимаете, я просто на мелких руку не поднимаю, это грех, вот. Поэтому давай, гори, гори, гори. Гори, ты не думай о том, что ты выиграл, ты сгоришь через 3 секунды. О, давай, 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 ты где? Давай, 1, 2, 3. О, хорошо. Проиграл ты, Жека, видишь? Да, я проиграл с честью. Ай-ай-ай-ай-ай! А ты совесть. Ты без чести. Ты бессовестный, Жека. Да сам ты хорошо, хорошо. Но сейчас, вот сейчас мы решим. Босс-мод, понимаешь? Босс-мод. Босс-мод? Босс-мод у нас. Ну я твой босс, на самом деле. Так, да нет, ты не мой. Так. А где босс? Босс! Где? Железный Голем, Эдисон, у меня только одна... У меня одна стрела была, только я ее всадил, ему и все. Это что, типа стрел собирать надо будет? Я не знаю, а где их собирать? Ну как бы я его ударил, да, я его один раз ударил. А дальше что? Ага. А сколько, как у него посмотреть, сколько хп там? Я нашел меч, Жека, я меч нашел. А где ты вообще это все ищешь? Я не знаю, ну просто так же, как предметы, просто ищу. Да? Не. А я мы, кажется, мы пойдем. Жека, а мечом тоже один раз только можно ударить? А я буду рукой бить, ай-яй-яй. Мечом тоже только один раз? Да, мечом тоже гори, только гори, один гори, раз. Гори, падла, все, в лаве сейчас горит, он сейчас в лаве сгорит. Я его один раз ударил, Жека, я его ударил, ударил! Все, минус босс. Все, он умер? Да. Типа, все. Мы, конечно, красавы, да, мы выиграли, все. А, мы прошли всю игру, да, как я понял? Да, это было легко, Эдис. Это все, да? А чё, подожди, а чё тут какие-то... А, вот стрелы, нормально. Ты стрелы нашел? Одну стрелу нашел. Меч нашел, нормально. Жека, ну ты читер. А, это чтобы меня убивать, да? Ясно. Да. Ну ты предатель на самом... Опа, а что я нашел? А, мой крафт что-то подвис. А что ты там нашел? Не скажу! Не скажу. Тебе скажи, что я там нашел. Сам захочешь. Ну, оно... Ну хорошо. Беги. Понятно. Ну ладно, беги. О, меч. Железный меч. Опа, динь-динь-ти. Тут еще один босс, Жака! Как где? Возле меня, железный голем! Где он? Да возле меня. Где ты? Ой, ты слепошарый, конечно, Жека. А где ты? Да вот он там был. Где ты? Ну бегаю где-то, ну что за тупые вопросы, где я? Ну бегаю, ну как бы где я? Где я могу быть? Я бегаю. Понятно тебе? Я просто понимаю, где ты тут бегаешь, если я уже тут стою на каком-то островке. А я на другом островке стою. Жека, нет, не бросай меня тут, Жека! А где ты, я даже не понимаю. Я тут столько оружия накопил, чтобы тебя убить, Жека. У меня тут волк есть. Я тоже, это граната. У меня граната есть. А что с этой гранатой делать? Кинь ее, не знаю. Как ее кинуть? Да, просто мышь. Не работает. Только есть. Голем! Голем! Держи, падла, держи. Я волка убил своего. Меня убивает Эдисон, он за мной бежит, Эдисон! Жека, какой за тобой у меня тут лава везде, я сейчас сдохну, Жека! Нет, Жека. Это тебе тут вот такая-то лава, да? У меня голем бежит, я не знаю, куда. Это конец, Жека, у меня все. Прощайте. Прощайте, у меня все. У меня тоже конец, держи. Жека! Нет, не прошу, лава, не надо, прошу, не надо. Как? Нет! Как эту сраную гранату использовать? Жека. Нет, я тоже сгораю! Помогите. Жека, не надо, пожалуйста, все. Ты умираешь? Да! Наконец-то ты умрешь. Наконец-то ты умрешь! Я не знаю, что... Ну, репимся вместе, так что... Нет, я умираю! Все!
Прощайте, ребята, прощайте. Я плыву куда-то, нет. Куда ты плывешь? Давай, рипайся побыстрее. Ты где, Жека? Галем тоже умер? Я надеюсь, что Галем умер. Это падла должна была умереть. Не, он на крыше, кстати. Он же еще жив, да. Он еще жив. Паскуда, на самом деле, паскуда. В общем, ну, ребята. Это прикольный челлендж, мне понравилось. В общем, да, ребята, челлендж пол это лава, полнейшая хрень. Мне тоже понравилось. Вот. Поэтому обязательно ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки, если хотите больше челленджей, которые будут еще. Это полная хрень, но ставьте лайки. Которые будут. Следующие челленджи будут намного лучше, мы вам обещаем. Хоть этот просто. Нет, я пошутил. Это просто. На самом деле, мы пошутили, это был мастер-класс. Это лучший челлендж, который мы когда-либо проходили. Пол — это лава. Советую тебе своим родителям. А мы будем заканчивать, ребята. Обязательно ставьте лайки! 15 тысяч лайков! И ничего не будет. Спасибо, до свидания. Да, до свидания.